день после лазерной шлифовки. Лазерную шлифовку я делала вчера. Делала я ее примерно в час дня. Вечером у меня был небольшой отек, но то, что происходит сейчас у меня с лицом, вчера его практически не было, можно сказать. Вчера я делала ее в Москве. После шлифовки я еще улетела к себе в город на самолете. Было неуютно, конечно, в таком виде в аэропорту, в самолете. Многие люди не понимают, что это с лицом. Вот у меня прям под глазами отек, веки вообще совершенно очень распухли, я похожа на такую рыбу. Лимфа у меня течет вот в этих местах. Много видела я девочек, мальчиков, у которых прям вот отсюда, везде лимфа течет. У меня почему-то только здесь. Не знаю почему. По ощущениям, после шлифовки было болезненно от ветра. Когда ехали в такси, просила закрыть окна таксиста, потому что очень жгло. В тот момент, когда машина останавливалась, ветер прекращался, и очень-очень такие неприятные ощущения были, как будто бы мне продолжают лазером по коже водить. Но сам лазер я делала совершенно спокойно, потому что меня обезболили все лицо. И, ну, у меня у самой порог достаточно хороший болевой, поэтому мне было терпимо. Переживала, что не так хорошо обработают, как я бы хотела, но вышло очень даже неплохо. Посмотрим на результат. Сегодня только первый день, я еще не обрабатывала. Сейчас я буду обрабатывать хлоргексидином, похлопывающими движениями. И после обрабатывать аргосульфаном кожу. Так на протяжении всего времени, пока не отойдут корочки. Вот. Сейчас вечер первого дня. Отек стал еще больше. Чувствовать я стала себя похуже. Еле разговариваю. Еле открываю глаза. Глазами вообще веки очень-очень сильно текли. Мне прям страшно. Распирающие, давящие ощущения. Очень-очень неприятные. Всем привет! Сегодня у меня второй день после лазерной шлифовки. Второй полноценный день. Что я могу сказать? Тянула все очень сильно, то есть это максимум, как я могу разговаривать. Улыбнуться я тоже не могу. Очень некомфортно. Ночью сплю нормально, только благодаря тому, что я принимаю мелатонин. Это что-то наподобие снотворного. Засыпаю на спине, немного приподнятая. В положении слегка полусидя. Ощущения, все говорят, как будто сделал глиняную маску. На самом деле ощущение, как будто ты сделал глиняную маску, сверху еще глиняную маску, сверху этой глиняной маски еще пару слоев, и сверху еще тебе приходится мазать кремом это все. И при этом у тебя еще иногда бывает течет лимфа. Капает. Я вся отекшая. Сегодня у меня вот этот глаз немножко подсдулся, он более открытый. Но в целом все без изменений сегодня. Как у меня выглядят мои корочки. И вот это все лимфа. Здесь вот ее не было. Видите, корочка тоньше. Я не знаю, как она здесь будет формироваться. С этой стороны то же самое, здесь вот она мне не текла. Сегодня у меня третий полноценный день после нулевого дня шлифовки. Я отсчитываю дни полноценные, то есть в день, когда я сделала шлифовку, я его считаю нулевым.
Следующий у меня уже первый, второй и сегодня вот третий. Сегодня у меня щеки покрыты достаточно плотной корочкой. Я уже обработала хлоргексидином. А вчера списывалась с клиникой, где делала шлифовку. И мне сказали поменьше обрабатывать эргосульфаном, чтобы меньше вырабатывалась сукровица. Сегодня я решила эргосульфаном вообще не обрабатывать, потому что его у меня в достаточном количестве на лице. Плюс у меня мокнет лоб. Не знаю, видно, но вот здесь вот, видите, да, блестит. И вся эта корочка, она мягкая. То есть она еще не затвердевшая, как здесь. Она достаточно под низом всем жидкая. Вот в этом месте я когда обрабатывала хлоргексидином, кусочек крема снялся вместе с верхним слоем. И вот внизу осталась вот эта вот сукровица. Это ничего страшного. То есть просто надо аккуратнее. И я пока не буду трогать, наверное, до завтрашнего дня. Пускай подсыхает. Сегодня я спала хуже, чем даже в первый день после шлифовки, потому что все лицо стянуло, оно начало чесаться. До этого оно у меня низу дела не чесалось, не было никаких неприятных ощущений таких. Кстати, сегодня получше. Немного спал у меня с нижних век. Ночью у меня были даже что-то наподобие панических атак, которые я старалась контролировать. Из-за ощущения клаустрофобии, замкнутого пространства, мне хотелось умыться, мне хотелось все это смыть и от всего этого избавиться. Но это все психологические факторы, поэтому я себя успокаивала. Нужно, я просто потерпела. Сегодня четвертый день. Сам день шлифовки я напоминаю, считаю, как нулевой день. Следующий полноценный первый, потом второй, третий. Вот сегодня у меня четвертый день. У меня продолжает сочиться лоб сукровица, особенно вот в этом месте. Я уже обрабатывала хлоргексидином. Аргосульфаном еще не обрабатывала. Сейчас вот после видео пойду обработаю. Так у меня выглядит лицо. Такая себе эстетика, да? Рот уже более свободно могу открывать, потому что потрескались вокруг рта места. И уже корочки как бы немножко разошлись и немножко есть свобода действий. Спала сегодня я лучше, чем вчера. На ночь я выпила антигистаминное, как только почувствовала легкий зуд под корочкой. Решила не мучить себя, выпила. Дегистана спросила, до какого дня может вырабатываться сукровица. Мне сказали, что 10-14 дней – это нормально. Так что не сказать, что меня это радовало, потому что сукровица выделяется только после этого, как она прекращает выделяться, начинается заживление в этих местах. Поэтому я надеюсь, конечно, что это произойдет у меня раньше, сегодня-завтра. На отек, кстати, у меня вчера вечером был. Сейчас, наверное, не видно, не знаю. Покажу вам фотографии. Появился у меня второй подбородок. То есть отек от глаз. Он всегда отек сверху вниз идет. То есть у меня от глаз он пошел вниз. И у меня вот прям вот такой вот подбородок. Но он до сих пор немножко есть. И вот он прям такой пузырик был, знаете, как шарик, немножко набрать воды. И вот он вот такой вот прям как водяной шар был. Это время не добило вчера. Ну, а из ощущений все такая же паника, все такой же дискомфорт. Жарко, душно. Сегодня у меня пятый день после лазерной шлифовки. Корочки на подбородке начинают постепенно отходить. Вы можете посмотреть поближе. Здесь у меня воздействие было глубже, так как у меня здесь старая царапина. В детстве меня царапала кошка, поэтому там не скоро отпадет корочка. Вот так вот у меня выглядит лицо. Ничего, в принципе, не изменилось.
Места, где я вам до этого показывала, у меня сочилась укровица. Я проконсультировалась со своим врачом. Мне посоветовали отменить арбоцелефан, ставить только хлоргексидин, чтобы корочки в этих местах подсушивались и не мокли. Переживаю я за эти моменты, потому что смотрю на других, кто делал лазерные шлифовки, в принципе, у них сразу все вместе вот так вот приходит в такое состояние корочек сухих. И вот таких мест, когда выделяется сукровица, ну, я не наблюдала. Поэтому я немного переживаю за этот момент, но вроде бы как при отмене аргосульфана, а прошло всего лишь половину суток, потому что вчера я мазала, вроде стало подтверждено. Я понаблюдаю динамику, я до завтрашнего дня, до завтрашней обработки не буду мазать и посмотрю, как лучше. Увидимся. Сегодня у меня 6-й день после лазерной шлифовки. Вот так выглядит мое лицо. Лоб у меня расстраивает, у меня очень сильно, он, как видите, не трескается. Здесь вот тоже все довольно-таки в таких хороших трещинах, уже все готовится отходить. Всем привет! Сегодня у меня 7-й день лазерной шлифовки. Сегодня я помыла голову. Объясню, почему на 7-й день. Вчера мне мой лечащий врач разрешил ополаскивать лицо теплой водичкой. Вчера я не стала это делать, побоялась немножко, оставила корочки в покое, так как у меня еще вот это влажное место оставалось до самого последнего момента, поэтому я решила, что пускай высыхает, пока не буду корки размачивать, чтобы они, не дай бог, не отлетели у меня раньше времени. Ну и сегодня я решила уже помыть голову, потому что она у меня 7 дней уже была как немытая, грязная. Уже невозможно было даже больше не от того, что корочки мне впиваются в кожу, а от того, что голова ужасно чешется и очень тяжело. В итоге все получилось хорошо. В конце мытья головы я ополоснула лицо теплой водичкой, как и советовала мне мой лечащий врач. И после того, как я вышла из душа, корочки были немножко размоченные, соответственно, от воды. И я еще обработала хлоргексидином. И у меня на каждый раз промакивание вот эти места оставались на ватном диске. То есть сегодня у меня корочки поотлетали. Вот, в этих местах все в порядке, кожа не повреждена. Просто слегка вот красноватая, наверное. Вот, также у меня здесь отлетели вот корочки. Также корочки расходятся и становятся такие широкие прям островки. А сегодня ночью я спала плохо, потому что корки очень максимально сухие. Я отменила аргосульфан, обрабатываю только хлоргексидином, из-за этого корки очень-очень сильно сухие на щеках, и они просто уже болезненно впиваются в кожу, и больше не зудящие такие щекотные ощущения, а вот конкретно больно, прям колет, именно колет эти места. Вот, поэтому я заснула максимально сложно, долго, проснулась рано в 6:30, и в итоге сразу пошла мыть голову. Вот у меня так сбоку все выглядит. Не знаю, фокусируется, надеюсь. Вот, лоб меня пока еще вот так же расстраивает. Вот это место вообще не трескается. Здесь все потрескалось. Это все прям цельное. Не знаю. Наверное, с лбом я буду до последнего ходить. Всем привет! Сегодня у меня 8-й день после лазерной шлифовки. Вот так у меня сегодня выглядит лицо. Ночью у меня очень много корочек упало. Когда я проснулась с утра, села, и также с меня они посыпались. Я думала, что ночью такого быть не может, что самостоятельно они не отпадают, при условии, что я сплю на спине, не ворочаюсь, и лицо стараюсь не трогать. Вот так вот у меня выглядят мои шрамики. Вот здесь у меня был очень глубокий шрам, видите, да, по пигментации. Он все равно остался,
но края его и глубина довольно-таки сократились и сгладились. Вот этот шрамик, мне кажется, вообще не изменился. Мне кажется, что он какой был, такой и есть. Видим мы вот маленькие такие шрамики. В принципе, по сути, я пока что не вижу каких-то таких прям кардинальных изменений, потому что здесь у меня тоже такие поверхностные были шрамы, поэтому я надеюсь, что я все-таки отношусь к той категории людей, у которых впоследствии реабилитации, когда кожа снимется отек, когда она по тону выровняется, и вот тогда у меня будет результат и немного приподнимутся шрамы. Я очень на это надеюсь, надеюсь, что не усугубится и не откатится все просто в исходник. Вот. Но этот шрам, он, да, немножко сгладился, не сильно, не прям так вау. У меня выглядит сбоку. Сегодня у меня вот здесь укроется прям была. Купила я жидкий план. Капаю туда. Она так хорошо маслянистая, такая жиденькая форма этого лекарства распределяется. Надеюсь, поможет. Сегодня у меня 10-й день. При умывании отпала вот здесь корочка, на мое удивление, она была не зажившая, это место. Мажу эргосульфаном, надеюсь, заживет без шрама. А кожу пока объективно оценить невозможно, потому что под корочкой как бы есть такой слой белый налет, тоже какая-то такая пленочка, корочка, которая скрывает рельеф кожи, поэтому я пока... Ну, я, конечно, вижу некоторые шрамы, которые у меня мало воздействию подверглись. Сегодня у меня 15-й день после лазерной шлифовки. Вот такая я красная. Одна корочка осталась, где у меня до последнего мокла. Я ее отдираю, день на 20-й уберу. Вот так у меня все лицо выглядит. Это все сосуды, это нормально, все это должно пройти. Я делаю, моя собственная инициатива, троксирутиновой мазью, как маску, минут на 20-30, вот так смыла. Краснота еще больше стала после того, как я умылась, потому что вода теплая, и троксирутин до этого у меня стянул лицо. Поэтому краснота немного обычно меньше. Но демонстрирую вам, что может быть. Здесь у меня была незажившая болячка. Отпала корочка, и почему-то у меня здесь было, ну, прям кровило. И здесь вот след такой прям. И здесь у меня зажило, но тоже след красный. Скажу сразу, что шрамки сгладились. Вот здесь у меня был довольно глубокий шрам. Он стал такой вот его вида, но он стал поверхностный. Здесь у меня было два шрама, таких сколотых, прям глубоких, на видео видно. Да, и вот этот шрамик очень хорошо сгладился. Этот, он все равно стал аккуратнее. Здесь от кошки у меня пропала как таковая, в принципе, полоска, но вот ее видно. Но обрабатывали широко, и вот это место обработки, оно углубленное, я надеюсь, оно поднимется, иначе, ну, как-то мне так не очень. Здесь на носу тоже очень хорошо обрабатывали, видите, прям такая ямка пока. Но это все должно подняться, все должно выровняться. Морщина у меня слабо ушла, лоб гладкий стал, прям кайф. Вот. Ну, в общем, все глаже стало. Но пока красно, вот здесь у меня еще очень большие шрамы были, такие старые мои, прям посмотрю, как это все живет, потому что здесь у меня, видите,
Это я так на подушке поспала на боку у меня. Здесь прям этот зуб лопнул. Вот, идем.